сказано. 28 февраля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечения пожарной безопасности Курганский гидромедцентр вместе с Нижнеобским водным бассейном управлением доложили губернатору прогноз. Исходя из этого предварительного пока прогноза, получается, что снега на территории области и запаса водоснеги больше, чем было в прошлом году, почти в два раза, плюс наполняемость водохранилищ, которые находятся на территории Челябинской области, это Троицкое и Южноуральское, наполнение составляет 96-98% соответственно. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в этом году можно ожидать подтопления на территории Курганской области. И заходя из самого неблагоприятного прогноза развития событий, к которому мы все время готовимся, подтопление может попасть 22 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях с населением около 4500 человек. Более подробный прогноз будет подготовлен гидромедцентром период с 15 по 20 марта, когда уже можно будет говорить о конкретных уровнях, что нас ждет. Помимо этого, 13 марта межведомственная рабочая группа планирует выехать в Костанайскую область Республики Казахстан, проговорить там по поводу сбросов с двух водохранилищ, это Каратамарского и Нижнетобольного, на территории Республики Казахстан, которые тоже влияют на паводковую обстановку на территории нашей области. Мы сейчас активно начали, исходя из тех данных, которые есть у нас, готовятся к прохождению весеннего половодья. Все главы муниципальных образований на комиссии по чрезвычайным ситуациям получили конкретные задачи по подготовке своих муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод. 6 марта начали расчищать подмостовые пролеты, водопропускные трубы. Проводим ревизию водозащитных дамб. С 28 марта комиссии будут обследоваться все гидротехнические сооружения, которые есть на территории Курганской области. Хотелось бы еще отметить тот факт, некоторые граждане построили свои домовладения до указа президента Российской Федерации 2017 года, что в затопляемой зоне постройки запрещены. Хотелось бы обратиться к таким гражданам, у кого есть такое жилье, которые могут попасть в зону подтопления, страховать свое имущество и регистрировать его установленным образом. Также главам поставлена задача провести подворовые обходы, каждому гражданину еще раз вручить памятку и рассказать, что делать в случае подтопления жилого дома.